объяснить, с чего начать. Возможно, вы не понимаете, но вы священны. Сольемся в хоре! Работает. Пусть трепет вечности пронзает нас насквозь. Дочь, дай мне последнюю призму. Займи свое место. Куда она делась? Найдите ее! Приведите ко мне! Немедля! Без нее мы обречены. Так, похоже, время уносить ноги. Всем привет, ребят. Всем приятного просмотра, приятного аппетита и хорошего вам дня. Так, бегим. Блин, что-то похоже на Dead by Daylight. Кто играл, тот меня поймет. Так. Уносим ноги. Честно, без понятия, про что игра. Как в нее играть. И как проходить? Только скачал. Только скачал и только запустил. Так что давайте смотреть и разбираться вместе. Дочь моя! Бац! Прошу! Давай, 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 девочка, побежали. Не-не-не-не-не-не. Как говорится, тут без меня, ребят. Так, уходим. Оп, все. До здания. F, чтобы оттолкнуть врага. Все, отлично. Только не режь, ты сейчас прыгать будешь. Ну, окейушки. Давай. Разбежавшись, прыгну со скалы. Ваня, я передумал, прыгай. Прыгай, давай, 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 давай. Ну, начало интригующее. Посмотрим, как дальше будет. Позвони кем? Привет, это Ким. Меня сейчас нет в сети. Оставьте сообщение после сигнала. Привет, Ким. Это я. Джесс, нам правда надо поговорить про... Ну, ты знаешь. Так что да, ты говорила про ретрит. Я поеду.
Джесс. Сколько лет, сколько зим? Я по тебе скучала. Как поживаешь, Ким? Ты знаешь, замечательно. Ты посмотри вокруг. Тут прекрасно. Только до лагеря довольно долго добираться. По дороге поговорим. Пойдем, до лагеря ведет великолепный маршрут. Маршрут? Я думала, мы собираемся расслабиться. Да, все давай пойдем. Полезно пройтись. Теперь понятно, зачем ты меня пригласила. Я очень рада, что ты здесь, Джесс. Мы многое пережили вместе. А можно поподробнее, что вы там пережили? Да. Я давно об этом не вспоминала, но ты всегда носила это в себе. Да, но я пытаюсь оставить это позади. Здесь тебе и впрямь помогли. Честно говоря, я впервые в жизни чувствую себя целостной. Тайлер очень вдохновляет. Я рада за тебя, Ким. Говорю тебе, Джесс, здесь твоя жизнь совершенно изменится. Смотря в какую сторону. Давай прибавим шагу. Я хочу тебе кое-что показать. Не, спасибо. Да, я смотреться. Не похож ни на кого. Он совершенно уникальный гуру, такой глубокий. Он меня по-настоящему понимает. Да-да. А что это за одежда? Мы ходим в белом, чтобы чувствовать свою уникальную силу. Для тебя тоже найдется комплект. Так, я так понимаю, наша главная героиня, как Лара Крофт, наверное, на минималках, да? Будет. Ну, сейчас мы проходим обучение. О, да. Осторожнее на дереве. Я понял, Shift бежать, E переходить. Мышкой пока здесь ничего мы не можем. Ты забыла взять с собой письмо? Нет, но, честно говоря, ужасно странно писать самой себе в будущее. Опусти его в ящик, тебе сразу станет лучше. Тут есть один по дороге. Ну да, давай. Давай отправим, где ящичек. Погляди, правда невероятно. Вообще шикарно. Местные виды просто наполняют энергией. И что же убедило тебя приехать? Ты всегда посмеивалась над моими духовными поисками. Так, ответь честно, уйти от ответа. Мне ответь нужно честно. Оставить прошлое позади, оно не отпускает меня. Мне тоже, поэтому я тебя и пригласила. Смотри, можешь отправить письмо. Так, ваши основные параметры — это разум, тело и дух. Угу. Найти почтовый ящик. Давай, вы получаете очки опыта в зависимости от своего выбора в диалоге. Хорошо. Окей, где почтовый ящик? Понял, он у нас дальше немножко. Давайте пробежимся. А вот и ящик. А вот и ящик, да. Привет, ящик. Ну что ж, положим его внутрь. Так, что нужно сделать? Угу, повернуть. Отдалить, приблизить. Спрятать информацию. Закрыть. Использовать. Вот. О, черт! Бежать, Ким. Бежать, бежать, бежать. Как успокоить разум. Мне этот фокус Тайлер показал. Прими вот такую позу. Теперь вдохни. Так, для медитации удерживайте Е. Хорошо. Вообще шикарно. Мне и впрямь лучше. А я даже и представить себе не могла. Как там в такси было, помните? Уса. Попросила приехать, чтобы помочь тебе излечиться. От чего конкретно? Ладно, не пошли. Мне. Нам обеим. Думаю, нам обеим нужно исцелиться. Она же была твоей сестрой. Наверняка тебе было очень больно. Да, она была моей сестрой, но я была не виновата. Я в порядке, Ким. Перестань дергать.
Ладно, Джесс. Давай просто насладимся прогулкой. Саня, ты в порядке? Так, я так понимаю, в начале сцены, да? Это была наша сестра. Она спрыгнула с утеса. Так, давай, отворяй ворота. Идемте дальше. А закрыть не хочешь, не? Ты что, в лифту родилась? Во, умничка. Давай, давай, побежали. Бильбо Бэггинс. Шалфей растет по всему острову. Угу. Вот возьми, я хочу показать тебе одну штуку. А не хочу, не хочу, сама бери. Что ты мне указываешь? Я свободная независимая женщина, понятно? Ладно, этот давай. Этот остров просто переполнен чудесами природы. Пошли дальше. Ну и шо? Что ты мне хочешь показать? Местность тут довольно пересеченная. Не-не-не, погоди. Действительно. На ретрите запрещено ходить в обуви. Не волнуйся, ты привыкнешь. Жиру Бильбо Бэггинс. Ну, подняли мы шалфей. Я так понимаю, шалфей это у нас будет вместо аптечки, да? Как в резике. Тихо, там дверка открылась, да? Или нет? Иду, иду, женщина, иду. Не смотри на меня так. Так, это что, улики? Просто не переживай. Ким, ты же знаешь, я не выношу мух. Я же сказала, что сейчас покажу тебе одну штуку. Сначала найди лозу. Собрать лозу. Угу. А можно подсветить немножко лозу или нет? Ладно, нельзя, да, подсветить, я так понимаю. Так, что такое лоза? Где она находится? Вот это, да, она? Да. Вполне подойдет. Полученная лоза. Все, отлично. Пошли назад. Давай, Ким, обучай нас. Подойдет? Теперь, Джесс, обвяжи листья шалфея лозой. Так, нажмите Tab. Угу. И что? Нажмите E. Неплохо. Я с первой попытки не справилась. Насекомые его ненавидят. Попробуй. Ага. Действительно. Ладно, пошли дальше. После да. Вас. Давай, пошли. Ну шо? Падлы. Так, погоди, где наша лоза? Алло. Алло, дай лозу. Так, вот держи для мощной атаки. Не гаси пока что. Да не гасю. Не гасю, не гасю. Ладно, я думаю, хватит. Да не, мне понравилось. Кстати, а что это там за строение? В 70-х семья Тайлера устроила тут коммуну. Здесь полно дивных образчиков искусства. Так, ну надеюсь, у нас будет оружие какое-то. Вместо вот этого... Горящие лозы. Не переживай, просто иди на мой голос. Не переживаю. Тем и те, вы теряете разум. Все, хорошо, сейчас восстановим. Пошли дальше. Так, все, мы дошли. Спасибо, что бросила меня. Ага, шкура. Да ладно тебе. Сколько еще идти? Сюда я подошла. Почти пришли. Падла. Подожди, сейчас попробуешь стрипни Майи. Нет, я не буду есть вместе с предателями. Предатель. Бросил меня в темноте. Ты же знаешь, что я теряю разум. Все.
все, стирай свою белую одежду. Ого, я же говорила, это потрясающе. В кои-то веки, Ким, ты не преувеличила. Давай познакомлю с остальными. У нас все очень любят гостей. Ким, не переусердствуй. Так, надеюсь, нас не съедят. Потому что что-то они мне не нравятся. Ханна! Монтана. Ты и есть Джесс? Наконец-то мы с тобой познакомимся. Ким столько о тебе рассказывала. Да, это Сонни. А это Майя. Добро пожаловать на наш скромный ретрит. Надеюсь, тебя не утомила дорога. Добро пожаловать. Пускай тебя и пришлось уговаривать, но мы так рады, что ты здесь. Ты добрый друг Ким. А значит, ты друг и для нас. Слышь, клешню убери. У тебя наверняка много вопросов. Но с них наш духовный путь и начинается. По правде, я не слишком духовная личность. Мы все здесь друг друга поддерживаем. Ким так хочет исцелить душевные раны. И свои, и твои. Да. Поэтому я сюда и приехала. Просто это немного слишком. Я понимаю. Хочешь пока оглядеться? Познакомиться с остальными перед вечерней сессией? Представься остальным и приходи ко мне в палатку. Я тут вообще никого не знаю. Тут все очень дружелюбные. Иди. Хорошо, давайте. Только я не дружелюбный. Так, пошлите представляться. Бонжур. А слышишь, ты не золотой случайно, не? Так, ладно, ладно. К тебе мы еще вернемся. Так, давайте заходим, заходим. Ну, надо же. Да. Я таки извиняюсь, что хожу по вашему... По вашему коврику. Так, а где все? Где все, где все? Я знаю, что мы хотели подождать, но время пришло. Я хочу убедиться, что всем комфортно. Вспомни прошлый раз. Детка, перестань так нервничать. Все будет прекрасно. Ты отлично поработала. Ага, а чем вы тут занимаетесь? А ну расскажи мне. А, привет. Мы как раз обсуждаем вечернюю сессию. Готова к изменениям? Нет, не готова. Ответить честно. У меня был тяжелый год. С радостью приму изменения. Ханна, иди сюда. Увидимся вечером. По-любому ты что-то задумал, да? А к тебе я подойти не могу, бля. Невидимая стена. Так, поврить с оставшимися участниками. Ага, только давайте немножко сделаем. Хорошо. Так, где же остальные участники? Похоже, это и есть приемная. Бонжур. Так, записка, да? Да. Масштабирование, читать. Пожалуйста, прочтите письмо до конца, прежде чем что-то решать. Твою что? А это как с пользовательскими соглашениями никогда не читаем. Я про ту идею ретрита, которую рассказывал тебе в прошлый раз. Думаю, у нее есть шансы. Обещаю, что в следующий раз я тебе все подробно распишу. Угу. Земля тут стоит 3 миллиона баксов. Бла-бла-бла. Твой любящий сын. Все, спасибо. Спасибо, пожалуйста. Сделаем вид, что мы прочитали все полностью. Так, давайте смотреть, что тут есть. Бобины. Бобинов у нас нету. Жалко. Идемте тогда знакомиться с другими. Похоже, эта тропинка уводит от лагеря. Думаешь? Это намек такой, да?
Надо вернуться. Хорошо, ладно, надо вернуться, так надо вернуться. Интересно, мы всю игру так и будем заниматься? Типа просто бегать, отбиваться от мух и... Погоди, мы туда и сможем? Не, туда и мы не сможем пройти. Туда и мы не сможем пройти. Либо у нас будет какое-то оружие. Будем крафтить, как Лара Крофт. Луки, арбалеты, ножи, пистолеты. Привет. Привет, говорю. Пахнет замечательно. А что это? Это суп из парея с кориандром. Мой фирменный рецепт очень полезный. Могу тебе чем-то помочь? Кажется, мне не хватает нескольких ингредиентов для вечернего чая. Собери мне, пожалуйста, лаванду, духовик и корень имбиря. Отправляюсь на поиски. И начинается вот это вот. Суп из семи лаванд. Она там варит. Эти ингредиенты можно найти за серфом возле геокупола. Чё? Где? Так, это биокупол, да, я так понимаю? А нам нужен серф. Так, где найти серф? Должно быть, это та полянка, про которую говорила Майя. Во-во-во, да. Так, что это? Это ничего. А что у нас там? Шалфей, лаванда и что еще? Имбирь. Так. Здорово. Ты кто? Ага, это лаванда. Окей. Все, инвентарь заполнен. Какой большой у нас с тобой инвентарь. А в руки она не может взять, не? В руки, в карманы там положить. Так, давай, девочка, немножко ускоримся. Ага, здесь мухи. Тихо. Ага, вот оно что, Михалыч. Понятно? Будете знать, падлы, как нападать на беззащитную девочку. Падла, давай. Вот так. Хорошо. Так, все, ну если это имбирь... Ну ладно, пусть будет это имбирь. Тогда, как говорится, я Чарли Чаплин. Так, инвентарь. Что тут можно? Пучок шалфея. Ага, ага, ага. Восстановить дух с помощью духовиков. Три. Нажать троечку. Неужели это все из головы? Я хочу еще. Так, вернуть предметы. Идемте вернем предметы. Мы его с вами восстановили. Восстановили, да? А давайте, наверное, еще восстановимся. Сделаем так. Уса. Все, шикарно. И заберем наш инвентарь. Все, побежали. Будем делать суп. Ну что, ребят, как вам игруля? Кто сейчас сидит, сейчас смотрит? Давайте. Как говорится, нажимайте на паузу, рассказывайте. Так, расходники дают опыт разума и тела духа. Ага, вот это я понял. Как вам игрулька? Пока мисс интригующая, не знаю, что там будет дальше. Но пока мисс интригующая, да. Такой чисто лайтовый сюжетик у нас идет. Принеси то, подай то, найди это, поговори с этим. Кажется, я нашла то, что тебе нужно. Прекрасно. Можешь оставить на стойке. А ты мне что за это? Ого, пропорции просто идеальны. Тебе знакома эта работа? Ну, я работаю в биомедицине. Когда-то много выезжала в поле, но в последнее время все чаще торчу в офисе. У вас ведь любят эксперименты на животных? Тебя это не смущает? Ой, начинается.
Я этим не занимаюсь, но в нашей науке это считается необходимым. Это, конечно, не мое дело, но убийство животных нигде не должно быть необходимым. Не рассказывай Ханне. Она обожает животных. Я подумаю. А сейчас мне нужно к Ким. После церемонии все... Так, поговорить с оставшимися участниками. Угу. Рецепт чая. Одна чашка лаванды. Замочить, размочить. Хорошо, хорошо, отлично. Рецептик у нас есть. Может, станцевать потом танец с огнем? Я так понимаю, оно нам пригодится. Так, а ну давай посмотрим, что ты готовишь. Ага, я даже зайти не могу, да? Понял. Ну и ладно, ну и ладно. Так, идемте, найдемте последнего человека, с которым нам нужно поговорить. Наверное, сюда, да? Так, бонжур. Дверь заперта. Хорошо, хорошо. Но единственный путь, который у нас остался, это вот сюда, последний домик. Так, привет, ребятишки. Что у вас тут интересного есть? О, привет. Не, морозишься. Типа делаешь вид, что ты меня не замечаешь. Хорошо. Ладно, ладно. Тут закрыто. Я так понимаю, пока я с кем-то не поговорю еще, да? У нас не запустится катсцена. Ладно. Привет. Я слышала, ты крутой застройщик. Привет. Ты Джесс, так? Нет. Слышала про мой Бэтмен. Духовный жар. Он должен был зажечь пламя перемен. Но папа с братом... Его прикрыли и всех обломали. Вот, посмотри. Мы с Тайлером превратим этот остров в нечто великолепное. Настоящий духовный рай. Изумительно, правда? Нет. Отличный план. Курорт и духовный ретрит на живописном острове должен выстрелить. Именно. Я уже все продумал. Может, встретишься с моим отцом и расскажешь ему? Посмотри мой информационный ролик, там все подробно. Это у купола Тайлера. Хорошо, хорошо, спасибо, спасибо. Так, что у тебя тут лежит? Давай посмотрим. Читать. Очисти свой разум и медитируй. Ага. Ладно, ладно, хорошо. Так, дверка закрыта. Тогда идем отсюда. Нам сейчас, я так понимаю, нужно будет куно с вами посмотреть, да? Так, а ты со мной не хочешь, да, все еще разговаривать? Типа делаешь вид, что ты морозишься, что меня нету, да? Хорошо, хорошо. Попросишь ты мне чай из лаванды. Так, побежали смотреть куно. Надеюсь, будет интересно. Аккуратнее, не сломай тут ничего. Так, что нужно сделать? Так, спрятать информацию, закрыть, провернуть, ага, приблизить, отдалить. Откройте свой разум для нового стиля бытия. Тут вы обретете истинные возможности духа. Призмология — это ключ к глубокому переосмыслению Вселенной. Вы спросите, что такое призмология и как это устроено? Научные математические принципы в приложении к духовному росту — это дает настоящий результат. Вы хотите, чтобы близкие поняли вашу истинную ценность? Хотите? Призмология поможет вашему свету воссиять ярче. Я никогда не увлекался духовным поиском, но когда я начал проникаться призмологией,
я нашел ключ к глубокому переосмыслению всей жизни. Это изменило мою жизнь, и вашу изменит тоже. Добро пожаловать на призматический ретрит. Ваша жизнь больше никогда не будет прежней. Да, очень интересно. Кажется, ну ничего не понятно. Ладно, все. Так, вернуться Ким в палатку. Ура! Ура! Наконец-то мороженое с нами поговорит. Так, это точно не из золота? Это из дерева, да, по-моему? Жалко. Я бы спер бы, наверное. Ну да, теперь ты меня заметила, да? Хватит своими культяпками махать. Давай, рассказывай. Джесс, там внутри для тебя подарки от Тайлера. Давай, примерь. А это обязательно? Тайлер говорит, когда духовный путь ведет, не надо ему сопротивляться. Ну, раз Тайлер говорит. О, универсальный размер. Как я выгляжу? Да, вообще красавица. Как одна из нас. Ким, как-то все это секты немного отдает. Ага, попахивает немножко. Это для нашего блага. Надеюсь, мы сейчас устроим оргию. Добро пожаловать. Проходите. Присоединяйтесь. Садитесь. Пейте. Когда священный чай откроет ваш третий глаз, вы ощутите, как из самых глубин ваших душ изливается мрак. Позвольте ему вытечь облаком негативной энергии. Третий глаз. Welcome to the club, buddy. Моя мать подарила мне эту призму. Так же, как и я подарил вам ваши. Песнь заряжает призмы, настраивая на энергию, что окружает всех нас. Вознесем же свои голоса в песне. Присоединяйтесь по кругу. Ханна начинает. Хам. Давайте, ребят, все вместе. Хам. Хам. Ты ее штырит. Когда облако засветится светом вашей негативной энергии, приготовьтесь его разрушить нашей хоровой песней. Не разрывай круга. Сядь обратно. Нет, нет, нет. Проклятие. Нет, нет, нет. Не может быть такого. Вернись немедленно. Нет, нет, нет. Ким. Нет, 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 нет. Нет, стоп. Не уплывай, пожалуйста. Что произошло? Куда все подевались? Жесть. Кем?
Так, я так понимаю, что нам нужно найти Ким. Давайте сейчас сделаем уса. Все, шикарно покушаем. Ага, у нас нету, да? Нет возможности покушать. Ну и ладно. Так, ребят, давайте, наверное, на этом серию и закончим. Следующий пойдем найдем Ким. И будем разбираться, что тут происходит. Надеюсь, вам игра зашла. И вы досмотрели до того момента. Если да, то не забудь поставить лайкосик. Подписка. Ну и, может быть, комментарий написать. Так что все. Всем пока-пока.